Так вот застелили тут остатками ковров. Как это называется? Кузов. Едем сейчас в русский магазин. Тут вот мы нашли помоечку по нашему старому русскому обычаю. Кирпича, смотрите сколько. Сейчас будем его складывать. Вот видите, загрузили кирпичом. Не знаю, будет видно или нет. В ночной тьме. Все, поехали. Опа. Вон, видите, что привезли. Че, спрашиваю своего зятя и его дочери. Че, покупка понравилась в русском магазине? Нет? И что? Не в восторге от мусорки еще, но... Ну, хоть по темноте. Ну вот, девчонки и мальчишки, съездили мы в русский магазин, решили отметить мороженое. То есть да. Купить мороженое. Сэкономили денег, решили купить мороженое. Да, я покажу, как тут это. Сейчас вот тут вот вынесут, нам из окошечка мы заплатим, и нам из окошечка вынесут мороженое. Подадут? Ну, подадут, да. Не вынесут. А могут и вынести. Знаешь, иногда, если, допустим, закажешь этот... не буду сильно показывать. Закажешь, как он называется, ну, еду, и, допустим, у них нету свежей картошки фри, они скажут: подождите, пожалуйста, пару минут, вон там, вон, отъедьте, hey guys, и мы вам будем... Good, how are you? Держи. You look happy? No. No? Okay, sounds good. Ну, вот она, пошла партия мороженого. Такой веселый. А что ему унывать? Hey, you part of that 12 brothers and sisters clan? You look like it. What was that? You got 12 brothers and sisters, right? No. I don't know. No. I'm sorry. Thanks, guys. Thanks. You have a good one. You too. Немножко покажу ночной Брукингс. Я бы не сказал, что это маленький городок. Ну, такого летом-то такого нету. Уже все спят летом. Жизнь бьет ключом. I should have asked him if he knew how to spin a basketball on his fingers. Конечно, зимой. Ну вот, ребята, все здесь сушится, ковролин убран, но еще сырость проступает местами. Сушится уже четвертый день, мы здесь находимся. Да, четвертый день, четыре дня, наверное, уже пятый. И вот все сушится и сушится. Вот только вот сегодня не перестала поступать сырость, более-менее сухо. Сейчас пойду делать отмостку, помогать им. Ну что, дочери же надо помочь. А вот вторая комната, видите, и тут еще ковролин не вытащили. Ну, здесь по суше, конечно. Эта комната не с той стороны, где бежала вода, а следующая. Поэтому здесь немного по суше, но тем не менее здесь работает вентилятор тоже и работает подогрев воздуха, ну, чтобы быстрее испарялось. Вот то, что мы привезли, как я шутил, с русского магазина, кирпич, то будем подкладывать бетонную отмостку. Здесь будет у нас бетонная отмостка, я, наверное, уже показывал. Начну я с того места, где больше всего бежало. Это кондиционер. Здесь я буду начинать работать. Вот здесь. Он уже колышков понаделал. Там он отметочки поставил, видите? Ладно, будем начинать.